там депутаты Государственной Думы, в первую очередь, какие вопросы вы собираетесь решать? В первую очередь, именно вопросы образования. Ну, внутри партии уже договорились, что меня будут выдвигать именно в комитет по образованию и науке. Потому что именно на образовании и здравоохранении в наибольшей степени сказались последствия деятельности тоталитарной секты либералов, причем образование в большей степени, чем здравоохранение, может поспособствовать устранению последствий деятельности этой секты. Как вы относитесь к новому значению места образования? Трудно сказать. В общем, ее научные заслуги интересные, но мне их оценить трудно. Я все-таки по этой специальности крайне мало знаю. Ее организаторские способности и подавно трудно пока оценить, поскольку она до сих пор занималась деятельностью далеко не организаторской. Более того, нельзя даже понадеяться на то, что хуже, чем Ливанов, работать уже невозможно. В конце концов, когда убрали Фурсенко, все тоже надеялись, что хуже, чем Фурсенко, работать невозможно. Оказалось, можно. Но, тем не менее, я надеюсь только на то, что она, судя по ее публичным высказываниям и по ее предыдущей служебной карьере, с тоталитарной сектой либералов не связана. Более того, беднейшие члены этой секты устроили по поводу ее назначения такую образцовую истерику, что одной этой истерики уже достаточно, чтобы считать ее хорошим человеком. Вот. Поэтому я надеюсь, что ее деятельность на этом посту будет полезнее, чем деятельность Ливанова или Бурсова. Но пока я могу на это только надеяться. Подождем. К сожалению, тут очень многое прояснится только по ходу ее деятельности.